это ходатайство о том, что мое дело сейчас находится в Нагатинском суде, и оно оставлено без движения, и это ходатайство о его продолжении, которое назначено 15-е. Да, без проблем. Которое назначено на 15 марта. Нет, это я говорю, вот человек какой-то подошел, он не представился. А, скажите, а кто вы? Вот сегодня принято заявление в милицию. Пожалуйста. Значит, территория это является частной? Она является спорным объектом. Нет, но она не режимная территория, мы имеем право здесь находиться. А мы тоже сейчас. Ну, нет, вас никто не выгоняет. Покажите, как он у вас. Я вам покажу. Остановите свою технику! Что ему сделал полномочный? Мы ждем полномочного права человека, у него есть право. Я вижу, что люди просто ломают имущество, имея силу, но не имея никаких юридических оснований. Дайте мне бумагу. Кстати, это моя бумага. Представьтесь, я вам не обязан давать. Я тоже ничего не слышу бумагу. Ага. Вы представляться не будете. Народ, берите оттуда лучше. Там люди, идиоты! Там люди, идиоты! Мы что делаем? Что вообще происходит? Ребят, нет, все не так. Не надо, ничего. Доктор! Ох, Эсмеральда, у нее, видимо, какие-то проблемы с сердцем, она сейчас сидит, ее все трясет, у нее текут слезы, и она задыхается, у нее реально что-то с сердцем. А что скоро? Скоро, видимо, не пропускают. Просто волнуюсь очень, у меня прям дыхание остановилось. Не трогайте их! Не трогайте их! Это девушка, вы что делаете? Перестаньте! А что он руки выпускает? Нужно сильно вытаскивать! Не брать меня, меня! Что же вы творите-то? Что вы делаете? Вы защищать их должны! Почему вы допускаете это? Что вы ее выкидываете? Ложись! Господи! Да что ж вы, какие с башкой ударили? Потом еще там приняли! И ударили папу, и я бросил там! Папа, блядь! Пуля, папочка! Это моя родина! Я никуда! Отсюда! Не уйду! Ну, собственно, вот тут раньше располагался дом, известный как дача Муромцева. На самом деле, этот дом был перестроен, но также имел ценность историческую, культурную. Хотя, конечно, вот все было уничтожено. Уничтожено много музейных экспонатов, много личных наших вещей, конечно, это уму непостижимо. Вот тут был жасмин, огромный жасминовый куст. Под ним еще Виндит Ерофеев, Венечка. Еще в 85-м году, когда ему еще не сделали операцию, он мог говорить своим голосом. Он
здесь читал свое последнее произведение под этим кустом. Тогда собралось очень много людей, различные актеры из Таганки, музыканты, художники. Вот они слушали его. И вот Ерофееву стало тяжело читать, у него горло болело. За него закончил Зайцев, такой был актер из Таганки. Царицына, мы столкнулись просто с невероятной жестокостью, которую только вообще возможно было ожидать от милиции, правоохранительных органов. Сносили дом, в котором мы все родились, в котором мы все выросли. И это было невероятной потерей. Они предупреждали, что будут сносить? Нет, не предупреждали. Предупреждений никаких не было, никаких бумаг не было, никаких решений суда, либо просто силовая акция, неопознанная. Неопознанной структуры. Но я так понимаю, они силы действуют? Да, и все было физической силой. Эти последствия этих физической силы. Дальше. У тебя сотрясение, да? Да, сотрясение мозга. И у моей подруги тоже сотрясение мозга, и ушиб грудной клетки, и вывих плеча, и еще куча проблем.